каталог от Иврашэ. Ну, я когда-то там делала несколько заказов. Вот, и, значит, такое предложение. Если вы купите на 119 гривен, то вам в подарок вы выбираете любую из трех парфюмированных водичек. Вот, и там была, значит, в предложении была вот эта моя любимая вода у Иврашэ, черная ваниль, 50 миллилитров. Ну, конечно же, я не могла не удержаться. Там еще была, значит, если за каждые 2 единицы, еще дополнительный подарок, сюрприз. Вот. Я сделала, значит, заказ на 180 гривен. Вот, я заказала себе шампунь. Вот такой, я уже давно его хотела когда-то попробовать. Вот Иврашэ шампунь на основе ромашки для золотистого блеска, для светлых волос. Вот, у него неплохой такой запах каких-то травок, даже мне бы, ну да, ромашка, в принципе, еще какие-то вроде как травки, мне вроде и медом как-то пахнет. Вот, неплохой шампунь. Почему я его хотела заказать? Мне когда парикмахерская сказали, чтобы волосы были немножечко высветлялись, нужно для светлых волос, нужно пользоваться шампунями с такими, с экстрактом ромашки. Она высветляет немножко свой пигмент. Не знаю, правда, неправда, но я как-то в магазине нигде не находила, а потом я в Роше увидела вот этот шампунь. Ну, один шампунь вроде не хотела заказывать, поэтому вот сейчас подвернулась такая возможность, и я его заказала. Я уже им несколько раз попользовалась. Неплохой шампунь. Он такой здесь, в принципе, такой прозрачный. Видите, что он прозрачный, да? Вот, хороший запах. Разглаживает волосы, восстанавливает. Ну, я бы не знаю, я бы не сказала, что он там как-то высветляет, но надо будет еще попользоваться. Вот, если действительно будет какой-то эффект, такой именно, что касается высветления, я обязательно вам скажу. Так, что я еще заказала? Я заказала, мне нужен был, какой-то лосьон для тела, более такой увлажняющий, просто чтобы не оставлял особо жирной пленки. Поэтому я заказала вот такой вот лосьон. Увлажнение и упругость кожи. Вот такой вот лосьончик. Значит, хороший у него, в принципе, неплохой запах. Ну, такой нейтральный, кремом просто пахнет. Я бы сказала, да, на мой взгляд. Неплохой у него запах. Что еще сказать? Хорошо увлажняет. Придает, да, действительно, придает упругость кожи. В составе есть экстракт алоэ. В принципе, на те деньги, которые, ну, как, которые он стоил, он свою задачу выполняет. Вот. Потом я заказала у них новый, всеми известные гели для душа вот эти, в которых мне очень не нравится, как они открываются. Запах, значит, это новинка, грейпфрут. Запах хороший такой, освежающий на утро, немножечко с горчинкой, но пахнет, правда, грейпфрутом, то есть не каким-то химическим грейпфрутом, а вот такой неплохой. Ну, вот эти вот банки их мне вообще как-то не очень нравятся. Ну, гель как гель, хороший гель, попользуемся. Просто я не знаю, у меня так, в принципе, все есть в косметике. Декоративку я не хотела заказывать, вот уход для лица тоже все есть, поэтому надо же было что-то купить. Вот, и то, что мне нужно было обязательно, это крем для рук. У меня тот, который от Green Mama закончился, покажу, расскажу свои какие-то наблюдения, ощущения в пустых баночках. Вот, и я купила вот такой вот крем для рук и ногтей, интенсивное увлажнение. Вот крем мне очень понравился, я уже им пользуюсь неделю. Вот. Крем хороший, хороший запах, хорошо увлажняет. И что мне понравилось, что если ты его наносишь, он утром, да, на ночь наносишь, и такие руки такие не сухие получаются, и у меня очень сильно сохнет вокруг вот здесь вот ногтей, ну, вот этот валик, да, очень сильно сохнет кутикула, и поэтому, ну, неплохо так восстанавливает ее. Вот, и что же мне пришло? Вот, значит, два средства и два средства, да, и вот
сюда подарок сюрприз и сюда подарок сюрприз. Ну, помимо этого, еще на вот эти средства была скидка. Вот, и первый подарок сюрприз. Сразу скажу, я еще им не пользовалась. Это был концентрат для стройности тройного действия. Вот такой вот. Честно, девочки, скажу, я еще его не открывала. Вот так вот он выглядит, такой тюбик. В тюбике 150 миллилитров. Пахнет не какими-то солеными огурцами. Такой вот он какой-то коричневый. Легкая текстура. Он реально пахнет солеными огурцами. Да. Ну ничего, попробуем. Это ж подарок, надо попробовать. Вот. И второй подарок, конечно, был не в тему, но я ему обрадовалась. Хотя я не ношу зимой шапку, у меня в дубленке есть капюшон, и я постоянно хожу в капюшоне. Вот. И тут мне подарили вот такой вот наборчик. Цвет, в принципе, приятненький. Вот такой вот берет. Неплохо такой связанный. Такой вот шарфик. Тоже такая вязкая косичка здесь. Просто обычный. Вот такой серенький. Серо такой, я бы сказала, немножко сиреневатый, что ли, холодный. Еще забыла показать. Мне подружка сделала своими руками вот такой вот браслетик. Я люблю браслеты. Вот такой вот браслетик. Красивенький. Вот. Теперь, наверное, уже точно все. Спасибо, что смотрели. Если вам было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.